Здарова, народ, ты на канале Детсад, меня зовут Дед, и сегодня мы продолжим выживание наше в State of Decay. И сразу же, моментально, сажусь в машину и еду захватывать базу. Пока у нас, скажем так, есть влияние, за которое мы можем это сделать. Потому что люди есть, влияние есть, надо сразу делать. По пути, может, еще влияние подзаработаю на каких-нибудь там стаях, еще кого-то. Это до сих пор со своей оружейной комнатой. Это ты надоела, ну, на. Вот. Хочу новую базу. Я не знаю, обустроить фишка в том, что у меня ее, наверное, сразу же не выйдет. Потому что влияния не хватает. Правильно? Но! Мы на месте... Сразу же его где-то и подзаработаем. Допустим... Ой, тихо. Вот это место подгружающиеся. Места много забаговывают игру. Опа, красиво. Поэтому едем на задание. Ой-ой-ой, вот это я зря сделал. А что влияние на него не дали? Или дали? Не понял. Во, тихо. Вот, опять, видишь? Давай. Ничего страшного. Мы захилимся. Потому что мне новая база, скорее всего, важнее, чем что-либо сейчас. Там хоть как-то можно развиваться уже по-человечески. Опасность скопления. Один. Ну и хрен с ним. Мы сейчас переедем, будет все нормально. Может, здесь и вышка получше будет. На крыше, например. Так. Я даже по пути специально никуда не забегаю. Чтобы нигде, не дай бог, не потратилось влияние. Такое драгоценное, чтобы занять базу. Да, подтвердить. Замечательно. Переезжаем, ребят. Собираем все шмотки, поехали. Что мы здесь можем на этой базе теперь? Сколько здесь всего? Ты шо, ты шо? Ля. А это что? Наблюдательная вышка. Конечно. Зачинить. По идее, для этого, видишь, только люди нужны. Что дальше? Кровати. Дает 4 спальных места. О, вот это вообще хорошо. Как хорошо. Да чё оно выходит? Написано просто назад, а оно выходит полностью. Уборная. Вообще замечательная вещь. Вот еще, да? 2 спальных места и 4, уже 6. А мы вот это можем переделать? Мы можем поднять. Будет 3 спальных места. Ну такое. По идее, за одну из... наших макс о, во. Оружейную комнату она очень хочет поставить, не знаю, отменить. Ага. База. Надо все починить. Почему просто нельзя нажать? Все, все люди заняты. О, кстати. Какую специализацию? А, у меня и стрельба улучшилась за нее. Круто. Значит... А, она в пассивке прокачала стрельбу. Да ну ты шоу.
Значительно снижает удачу, позволяет бить врага ногами во время прицеля, позволяет чинить заклинившее оружие и повышать его прочность. Вот это. Хочу. А как теперь чинить? Офигенно. We're good. Класс. We've got too much stuff. If we can't store it, we're gonna lose track of it. А да, кстати, надо. Ого, что у нас так много вещей? Кто их принес? У меня материалов 59 штук. Серьезно, откуда? Круто. Тогда надо сразу поднимать. Людей не хватает. Вот и подняли. Еды надо поискать. Уже понятно. И надо бы построить медпункт. Слушай, а медпункт как бы на улице не хотелось бы ставить. Хотя почему нет? Что там, долго еще? Давайте, мне люди нужны. Поставим этот пункт здесь. Пускай будет. Ну такие же вещи вот нельзя снести, да, я понимаю правильно. Их только починить можно. Never thought home ec would come in so handy. Она, как командир, может построить некую вещь, как барак, казарма. Ага, нужна большая ячейка. We just accomplished together. Good work, everyone. Better not let that screamer call for backup. Но мне вот это больше надо, на 4 спальных места. Тогда надо одну сделать вот здесь, под барак так называемый. И вот это убрать нафиг. Убрать. Здесь мы можем что-то получше сделать. Сколько всего просто можно построить, я в шоке это. Кошмар. Ладно, разберемся, что мы еще можем сделать. Разведка с крыши. Друг наблюдает за вами издалека, отмечает на миникарте позицию противника. Тоже круто. Влияние у меня 0. Что это такое? Бесплатно груз с припасами, доставка оружия. А, это типа я... Прикольно. Well, this is great, but we'll need water eventually.
Ну, если бесплатно, а что не заказать? Ладно, в следующий раз. Так, ремонтируйте объекты. Лучше команды центр больше аванпостов. Обезопасить территорию. Орлиный глаз в десятку. Чтобы убить джиггернаута из винтовки орлиного глаза, переключитесь на Макса. Вот это я хотел. Тем более мы рядышком. Сейчас наши тут все починят. Кстати, я хотел посмотреть на вышку. А где вышка? Серьезно? А, ну. Где наша вышка? Странно. Ладно, сходим к ребятушкам. Вот тут как раз еще жирный. Жирный! Вот дело. Ходит он там, высматривает. Ишь ты на него смотри. А ты куда бежишь? А что такое? А что случилось? О! Ну-ну. Ладно. Потом зайдем сюда. Я вам посты нужны. Ай! Оп, пост сдал, пост принял. Ребятки, я тут к вам привел людей. Не очень людей, короче, но да. С кем мне поговорить надо? О, патроны. Халява? Что тут у вас, все в порядке? Да, что происходит? Блин, таинственный радиосигнал. Я прям хочу на ней это задание съездить. Следующих разов. Да, ёп. Мастерство. А, зарву построил. Вау. Тихо. Мы еще не разобрались. Вот теперь разобрались. Когда мы покидали предыдущую базу, то выбросили оттуда не все. Мы хотим, чтобы кто-то помог забрать оттуда кое-что из брошенных вещей. Я помогу. Да, помогу, конечно. Сейчас мы патроны занесем к себе. Мы вместе пойдем, не? Стоп, в смысле? Поговорить, но мы ж поговорили уже. I'm coming with you. I know this will be ugly, but я пойду с тобой, будет хреново, я должен увидеть, что стало с моими друзьями. Ну, конечно, пошли. Пустоголовые. Интересное название. О, рядом ремонтная мастерская, хорошо. Много интересных мест для лута. Как раз новая база. Мощь прокачана на мах. Отлично. Так, а где наш... И что я могу здесь сделать? Делать улучшения для объектов. А, сразу типа. А еще что я могу сделать? Ремонт и разборка. А ну, кстати. Починить используемое холодное оружие. Не надо. Without her determination, many of us would be dead. Teresa? Before the outbreak, my family's name was on the sides of trucks. Да, мне этот дробовик понравился, хочу. Спасибо. Do we close up shop or keep going? Подсобное помещение, что это? Собрать воду. Генератор белого шума. Угроза зомби -4. Сдавайте шум, скроет местоположение от Зеда.
Прикольно. Ну давайте. А чё нет? Так, где наш склад? Я вот этого не пойму. Что здесь можно? Санузел. Уборка туалета. Плюс 10 боевой дух. 10 минут кто-то будет его чистить. Один человек. Пускай чистят. Зато у нас есть душ. Непозволительная роскошь в такое время, как зомби-апокалипсис. Не так ли? И где наши склады? У нас есть вообще склады? Ага, вот склад. Сразу же. Тупанул. Понял. Понятно. И улучшить склады я хотел сразу. И если мы уже построили медпункт, то и улучшить медпункт сразу же. Никто не заражен, все нормально, все. В дробовике патроны есть, есть, пистолете есть, есть. Все, погнали на миссию теперь. Они перевезли машину, да? Улучшать машину нельзя. Набор инструментов. Забрать. Да положить сюда. Да забрать. Сейчас мы его починим и, скорее всего, на нем и поедем, потому что ту машинку я поберегу пока не стоит. Ты чё? Садись, поехали. Может, здесь в городе, кстати, еще... А, вон, кстати, справа машина и есть. Вообще замечательно. На этой главное назад вернуться. А нам сюда? Че, так тут и недалеко. Ага. Двери открой. А почему мы это самое с закрытыми дверями? А вот это ваша бывшая база? Что-то какой-то здесь серый шум на этой базе. I can't do it. I can't face them. Кого ты боишься? Иди дерись. Сука! Мразь, ты такая. Больно же. Прям по ушам, ну, собака. Фейерверк. Ну, заберем. Ага. Все равно обыск здесь не очень удобный. Не знаю. Ляпа. Полная причем. Говорит, я их боюсь, я не справлюсь. Кого ты боишься? No. Ясно. Положись на меня, все будет сделано. Не ссы. Зачем мы вообще сюда? Обычный маг 10. Бита. Бита это хорошо. О! Тут друг твой, походу, да? Ты не против, если я его залутаю, твоего друга? That's pretty heavy. No room for that. А, все. Мне теперь что, его охранять? Блин. Надо скинуть вещи. Ну а что, лекарства нужны. Да и этих мы потратили.
Коробка органических хлопьев. Предмет роскоши. Лакомство. Где мы еще? Все, мы еще не обыскали. Ну все, собственно. Прости за замешку, я пойду своим путем. Я хочу поразмыслить над тем, почему мне так все делать. Ясно. Давай. И все, на этом задание закончилось. Да. Тогда заберем, как говорится. Все, что осталось в доме. Из того, что я знаю. Это что у нас? Это пачка семян. Эй, Колян, дай семян. Но я не нашел ничего на спину себе. Может, здесь что-то есть? Ничего. Придурочный забегала. На. Так, аккуратненько, чисто. Бля. На. Так, шо. Все получается. Автомат мне получается придется отдать. Хорошо, хоть заборчики маленькие можно ломать теперь. Вот эти вот. Оп, здрасте. Ставить себе группа брошенный солдат, то может стать враждебной. Не, не нужно, выбирай. Yes, it was awful. But we can't let it interfere with the mission. Please, come on in. К вам тут гости. Забирайте. Hello, my friend. Добавить спутника, завербовать недоступно. О, а тут у вас что-то есть? I think we've got the place to ourselves. Хорошая штука. Да что такое? Ничего полезного. А! Of crap. Оп. Хреново. Ребят. Воу-воу-воу-воу-воу. А меня не предупреждали об этом. Воу. Ты ж не станешь враждебной, я случайно тебя сбил. Какую специализацию? Мастерство. Я не знаю, что тут лучше. Давай укрепленный склад. Может, типа получше. I can't carry that much. Вот так. Хорошо. Я надеюсь, группировка станет нам дружелюбной. В принципе, пару солдафонов нам бы не помешало. Почему нет? Они, может, хоть чуть-чуть прокачаны. О, Джаггер. Здрасте. Ёптить. А он меня сейчас бить будет. Причем больно, скорее всего. А мне никто помочь не хочет.
Ребят, все нормально, да? Все хорошо. Просто Джиггернаут зашел в дом. Ого. Вышка прям на высшем уровне работает, не спорю. А вот он там кого-то избивает. Все хорошо, все нормально, да? Ёб твою мать. Time to reload. This magazine and then I'm empty. Я еще косорылю. Мы его прическу сбили, давай, добиваем. Сбили прическу, убиваем его нахер. Так вот красиво, блин, не могу. До сих пор не могу привыкнуть, что так красиво убивается Джек. Вообще шикарно. Просто лучше. Так, что у нас тут? Все нормально? Улучшить. Этот объект можно использовать знание. Шесть спальных мест. Вау. Восемь спальных мест. Потеря боевого духа. Ну, не надо. Зачем? А это что? Роскошная казарма. Пять спальных мест. Повышение боевого духа. Тоже интересно. Но я смотрю, просто обычно наших спальных мест более чем достаточно нам. Тем более мы сможем тогда еще двоих привлечь себе. Не так ли? Капец тут зомби. Ёли-пали. Надо вот здесь. Вот здесь, во-первых, зону зачистить. И было бы круто поставить этот... аванпосты. Рядышком прям. Потому что здесь аванпост нам уже не нужен, по сути. Здесь тем более надо снять аванпост. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-так, радиостанция. How am I gonna do that? Значит, сейчас ближайшую зачистим. Что нам нужны? Еда или бензин? Столовая пожарная. Вообще вот здесь бы аванпост хорошо было бы. Вообще прям замечательно, две дороги закрывает. Вот здесь и вот здесь. И там еще и машина где-то рядом. Сейчас так и сделаем. А чё нет?
костерчик у них, стулья нашли где-то. Электричество у нас на базе. Да мы мажоры, у нас самая крутая база вообще из всех возможных, по сути. Не ори, не ори. Спасибо. Сюда. Сдох. Сдох, мразина. Не ори. Хорош. А чё не орут? И машинка здесь рядышком. Ах ты ж, ёлы-палы. Что такое хрен восстановишь еще? Оба. Давайте вот это захватим. На, empty. Again. Блин, а я не скинул вещи. Ну да, я не успел. А, в принципе, заправить. Он у нас и так еле дышит. Now that's what I call loot. Пойдет. I think we've got the place to ourselves. О, тихо. Было ж не так темно. Стало еще темнее, как будто. Занять. Подтвердить. We're good. The new outpost is now secure. But if you ask me, a little more effort here could really pay off. Не могу. Открыть аванпост. Чтобы улучшить, надо 800 влияния. Офигеть. И вот я думаю, нужна ли еще автомастерская. Вот в чем беда. Чтобы создавать... всякое. Так все-таки, ёб твою медь, ты шо, конченая? Ты нахера? Встань, не самоубивайся, идиотина. О, еще можно улучшить. 20 единиц хранения материала. Не, не надо. Хранение еды и медикаментов. We should build a shooting range. Practice makes perfect. Что происходит? Что за музяка такая страшная игра? А, типа на нас стая зомби напала. А мы, дебилы, так и отбиться не можем. Hey, see you later. Good to see you. See you again real soon. Да отстаньте вы, ну. Мне чуму только взять надо и все. I gotta watch the noise. Ну как-то так, переезд был. Точнее, даже не было, есть. Сложновато еще. Эти улучшить нельзя. Кстати, кухня. Я все время добавляю контейнер, да? О. Что здесь можно делать? О, даже лучше. Лечение ранений, тренировка выноса, прирост опыта от выносливости очков. Улучшает силу всех выживших, даже тех, у кого уже специальные боевые навыки. Стоимость. Еда, медикаменты, один человек. Типа тренер.
Стоимость 2 коробки химикатов. Не знаю, зачем я улучшаю. Улучшаю все. А, кстати, а вышку можно улучшить? Нельзя. Дополнительное снижение уровня опасности. 2 патрона. Давай, они у нас все равно пропадают. Построить стрельбище. Так, таинственный радиосигнал. Погнали. Единственно, что? Надо перезарядиться. И возьму какую-нибудь что-то типа гранату, наверное. О, серьезно? Установить на пистолет. Хай будет. Что еще можно? Что-то типа граната мне надо. Мощная, какой-нибудь взрыв. Ящичная мина с возможностью где-то взрывается, если повредить. Фигня. Бросайте и отбегайте. Ну пойдем. Вот это давай. Бросим и отбежим. Я имею в виду, что я хочу пойти за чумным сердцем. Сейчас сходим на таинственный радиосигнал и... Опа, аккуратно. Yeah, breathing through your nose does not help. Фу, ладно, да? Блин, здесь выжившие. С ними могут быть проблемы. Да, ёб твою богу. Какие-нибудь бандосы сейчас грабанут меня. Алло. Здрасте. Ты одна здесь? Предупреждаю, у меня есть оружие. Тебе жопс. Я найду пропавшего человека, вывести. That's good to hear. А это где это? А, недалеко. Ну, хорошо. Дружественные отношения нам нужны. Я не спорю. Затуманено-то, кошмар. Кто палит костры? Запрещено в это время года палить костры, понимаете? В окружающей среде. А ёб твою богатую. Стой! А где еще? Вы что, издеваетесь? Вы в текстурах застряли. Козлы, что я побил. Хватит тут визжать возле меня. Алло. Come on out if you're here. Over here. Он тут. Я закрою. О, блин, он превратился. Я не виноват. Guess this is as good as it gets in plague territory.
Я не виноват, чувак заразился. Падло. Прикольно, и так могло быть. Офигеть. Ну, рюкзак у него хороший, конечно. Вы видели, я хотел к нему подбежать, но я только прибежал, начинаю помогать активно, разбивать лица всяким, но он заразился. Я не виноват. Группировка, надеюсь, все то самое. Походу, ей тоже жопа, да? Так, ладно, она у нас чуть-чуть заражена. Погнали валить чумное сердце. Зачистим эту территорию. Не нравится мне тут, что рядом со мной дышать невозможно. Эй, тихо, тихо. Блин, машину жалко. Заливаться ж нафиг. Надеюсь, она реально не взорвется сейчас прямо вот у меня тут под носом. Твою мать! Они уже здесь! Они уже здесь! Бля! Зареспавнились, сука! Перезарядиться даже не могу. А, зато уничтожил! Отъебитесь! Да что происходит? Один удар буквально. Как хорошо! Четко сработано, просто невероятно. Я сам себя поражу. Более точно сработать я не мог. No room for that. Так, а применить могу? Oops, I'm almost out of that. Да, могу. I've got eyes on a freak here. This magazine, and then I'm empty. Now where am I gonna put that? Can't do it. Угу, понятно. Значит, надо что-то в багажник кинуть. Да, горит машина, но я додумаю, до дома-то доживет. Давай что-то такое неценное, типа вот этого ножика. Допустим, рюкзаки обидно будет потерять. А вот это все, как говорится, восполнимо. Все. Зачищено полностью. Шляпс. Ха. Шляпс это да. Вязаная шапочка в синюю полосочку. Это важно. No Z's, no worries. That's what I call loot. Пу-пу-пу. Так, и что мы еще не обыскали? Где-то тут. Ага, не-не, это нам не надо. Time to move along. Сейчас мы можем забрать отсюда все. Вот, замечательно. Все, валим на базу.
одно из самых простых чумных сердец. Да что так носит, нифига себе. Так, прикинь, это походу из-за того, что машина так повреждена, меня так жестко носит. Стоп, а это я что, мимо пухляка проехал? Прикол. Еще не туда повернул. Но этот город я знаю... Тихо, тихо, алло, буренка, прррр, ты че? Этот город я знаю похуже. Все, ложимся отдыхать. Еще можно поднять телефон. Почему бы и нет, сделаем это. И у нас есть миссия за Сэма, насколько, че за Макса, господи. Да. Запас еды на исходе, не ссать. У меня хоть у кого-то есть знание компьютера, не? Стрельбище. Ну не знаю. Я бы вот здесь поставил автомастерскую. Вот это вот. Свободных людей нет. А так все хорошо. По сути, я могу еще двух человек пригласить к себе. Бать, тут сколько всего. Вот это надо, как аванпост. Серьезно, 9 минут. Zombies coming in. Time to knuckle up. А, сейчас. У меня 10 минут, чтобы вернуться. А у меня патронов нету. Нижние патроны, ребята. Way too loud. Тупо, у него же какая-то миссия была. Фиаси, а что у меня в рюкзаке так много этого самого? Хотя, блин, надо было взять. Подожди, подожди. Один надо взять было. Починить машинку. И патроны. Loading my final mag now. Хорошо. А успокойтесь, все нормально будет. У нас 8 человек, что мы не отобьемся от каких-то двух стаек там одной двух. Где еще? Что так мало? И все? We made it. Everybody good? Anybody injured?
Все-таки да, все-таки вот здесь мне аванпост нужен. А еще лучше, конечно, вот здесь. Тоже защищает типа две дороги. Сбор медикаментов. Пу-пу-пу. Почему только три можно сделать аванпоста? Обидно. Так, что у нас по миссиям? Зачистить территорию, по сути, осталось. Южная станция связи, артиллерийские удары тоже можно делать, нифига. Ого, тут сколько зараженных. Та-да. Давай вот это зачистим. А то может оттуда зомби куча валит. Может, хоть чуть поменьше их станет. Тихо. Как раз-то я помню в первой части, когда такие места зачищаешь, вроде как поменьше становится, боевой дух, естественно, лучше. Как там было? Привлекаю ваше внимание. Ходит тут всякий. Эч, тихо. Трактор стоит, красиво. Олё. Выходим. Надо было с собой ремонтный набор взять или еще один применить. Что-то как-то маловато, да. Оп! Да, сразу двоих кричащих. Там еще третий, там еще пухляш. Ёлы-палы. И пятый, и десятый. Сколько вот? Походу, тачка здесь и взорвется. Как бы мне этого не хотелось. Мать вашу. Делает вещи. Полезная вещь, полезная. Когда стрельба нормально сделана, глушитель вещь полезная. А не как в первой части. А можно еще и ремонтный набор для машины? Это было громко. Тихо, тихо. Пользуемся багами игры. Раз можно стать возле окна и убивать, чуть не убивать. А ёб твою мать, чешол. Блаженный чешол. Что с тобой не так? Как так можно обыскивать? Да, блядь, третий раз подряд. Ты что, угораешь? Прокачайся в конце концов. Ну, что это такое? Здравствуйте! Охренительно! Считается лучшим оружием в игре. Еще арбалет. Красивое.
Не говори, твой бэд. Да. Быстрей. Какие красивые палисадники, а? А ну, проверяем. На. Жалко, что забрать только стрелу нельзя. Я не помню, кто-то ж прокачивается, да? Точнее, что-то ж прокачивается на стрелы, что их можно типа забирать с трупов потом будет. Блин, не помню. Так. Вот это. Нам не нужно. Его в идеале взломать. О, да, ля, стрелу можно забрать. Офигенно. Просто это, что это такое, арбалет? Кайф. А можно разрядить? One of our group. Can you help track them down? Ладно, пока сюда положим. Да его сломать. Ёптвою. Вообще не то, что хотелось, но ладно. Класс, арбалет, конечно, вещь. Говорю, как старый скуф, но арбалет, конечно, вещь. Ты, опа, в смысле? А чё это здесь, чё, мое сердце? Небезопасная зона, это как это почему-то. Оп. Тихо. Буренка, а! Аккуратно. Я забыл, что это не та игра, где можно летать как бешеный. Оп. Замечательно. Первым делом разгрузить. Не-не-не. Блять, стрелы. Зачем я стрелы положил? Эй, секси. Здорово. Вот так. Ты что-то хочешь от меня? Чё ты тут стоишь? Дальше, что я хотел? Починить машину? Что-то починим, что-то заправим. Скорее всего, вот этого надо заправить, да? Да. Что там рассказывают? Каким врагам? Какое шо? Отстал, мы дружелюбные. Нет у нас врагов. Мы сейчас пойдем, что-то там с чумным сердцем у нас не в порядке. Оп, все, успокойся. Stay where you are. I'm headed there now. Так.
ребятушки, что тут у нас? Смотрите, видели? У меня арбалет есть. Видели? Okay, here's the thing. Я с ним поговорю. С кем? С тобой надо поговорить? А где он? Вот ебантяй. Что он там делает? Я там только что зачистил. И он решил туда сходить, да? Идиот! Естественно, я тут не проеду. На что я рассчитывал? А, ну да, я тут зачищал же, в смысле. Я что, не все забрал? Как всегда, какой-то ножичек остался. В смысле? А, ну. Ого. Сколько я всего не забрал тут. Ну и ладно. А где еще что не обыскал? Что-то не пойму. Такое ощущение, что как будто было что-то такое, типа на поиск. Ну и ладно. Иди нахер от меня. Я доебалась, как пьяный заразил. Чё ты тут кричишь на всю улицу? Люди спят, а ты орёшь, дебил. А вы что тут ходите? Придурки. Заеду здесь. Продолжим. По полям, по полям. Зеленый крузер едет к вам. I'm back on my feet and ready to get back to work. Это хорошо. Пердоли. You guys willing to meet up? I think we can do each other some good. Что у тебя тут происходит? Ты чё? С ума сходишь? So I've been thinking. Лучший способ проявить уважение к погибшим друзьям — это остаться с тем, кто еще жил, убедить вернуться домой, принять его группу. Теперь надо начать все сначала. Давай к нам, действительно. I guess I'll take you up on that. Давай, I've got some stuff to do, but go on ahead and I'll meet you at home later, okay? И остальные давайте тоже. Чё вы тут будете, это самое? Я надеюсь, они не станут врагами из-за того, что я типа чувака себе забрал. Не сбиваться в стаи. Ой, ну извините, что я не могу протаранить лавочку. А, все, успокойся. Где куча дебилов? Да сука. Потому что вы такие косые, даже в дверь себе попасть не можете. С собой. Орел. Тихо. А заборчики так и останутся все сломанными, да? Потеря, медикаменты 2. Жаль. С ним все будет в порядке у нас. Зачем? Ничего личного, да. All right. Что?
Давай поговорим, задолбишь. Стой. Да стой. Ничего лишнего. Не надо. Это его решение, не надо его за это судить. Мне нужен просто хороший человек в команде. Мощный, сильный, надежный, так сказать. Блин, эта машина задолбала ломаться. Они не так ломались в прошлые разы. То есть за чего это так? А если хотите стать нам врагами, так мы можем вам это устроить. Прям легко. Блин, больше мест для хранения. Да нате вам, господи. Электричества нету. Знание электричества нужно. Есть знание строительства. Так, что у нас тут это самое? Вот это нам не надо. И вот это. Этот пускай будет. These plague hearts are really bringing down the property values. Говорит, улучшайте центр. Так это, блин. Ладно. Я что-то хотел, я забыл. О, время истекло, вообще замечательно. Есть выжившие? Это где? Ага, ёпердоля. Ну, в принципе, я сюда хотел. Я хотел зачистить вот это сердце. Только мне надо взять другого выжившего. Там я девочку вкачивал. А, какую? Вот эту, да, я вкачивал. Вроде бы. Да. У нее и пушка неплохая. Ближнего боя катана у нас. Замечательно. Что это? Осмотреть вышку. А, ну. Единственное, что... Блин. А, я выпрыгнуть не могу. А вышка шикарная, кстати. Очень шикарная. Единственное, что... Ну, зачем такую вышку? Надо было сделать вот, чтобы по всей крыше они бегали, отстреливали потихонечку. А что, мы построить, кстати, ничего не можем, да, за 13 ресурсов? Кровати можем построить. Тренировка меткости, плюс 20 энергии. Ускоряет рост меткости. Да нахрен оно не нужно? Я б лучше вот этот сделал. Действительно, для машин. Потому что там мы только оружие можем сделать, а это что? Участок складирования уменьшает расходное содержание до нуля. Да ладно. Тоже хрень полная, но вот это вот лучше поставить сюда. А вот здесь как раз вот огород какой-нибудь, например. Инфраструктура здания. Кстати, там есть книга, можно кому-то прокачать это знание инфраструктуры. Берем вот эту тачечку. Погнали, съездим на дальнюю вылазку. Ладно, ладно, отхилимся, ничего страшного. Блин, не вывел. Машина тяжелая, просто невероятно.
Выворачивать трудно, капец. Если разогналась, то уже хрен остановишь. Не понял. А, это миссия? Это вот это бродячий торговец? Типа, да? Как дела? Не знаю, как у тебя дела? Вот так встреча, если вести торговлю. Что это? Предмет для уменьшения дрожания? Хрень. О, вот это прикольно. Обучает различным навыкам физподготовки. Ну, это, конечно, круто. Не спорю. О, вот, а тут у вас ты шо? Hey, stranger. Why don't we meet up? See if there's a way we can help each other. Улучшение объекта. Ну, классно. Армейский грузовик даже будет. Не, я не буду тратить влияние. Холодное оружие, клинковое. Я могу тебе отсюда что-нибудь найти и продать. По сути, вот тебе холодное оружие клинковое. Держи. So what have we got today? All right. Где оно? На. А, где продать? Продать. Как-то так. Все. Спасибо за внимание. Погнали мы дальше. Несы, сейчас будем зачищать потихоньку. Видишь? Чисто зеркалом задел. А, стой. Я проехал, да? Не проехал. Я просто хочу сначала вот это зачистить, а потом ехать на миссию. Почему? Потому что там будут чумные зомби. Неизвестно, в принципе, что там за сюрпризы меня еще ожидают. Поэтому лучше сначала так. Тихо. Здесь надо аккуратно быть. Что это за туалет? I spy a screamer. Заклинило, что ли? Обидно. Не-не-не, у меня прочная машина, идите в жопу. Ну, по идее, я ему хорошо настрелял. Зараза, идет сзади, ты смотри, а. Не вонял. Следующий раз должен быть последним. Придется идти вплотную к нему. Он хоть и напризывал чумных, ну чё.
подойдем, скажем. Вот это мне еще не нравится. Что он тут ходит? Шел вон. Сколько вас здесь, амнюки? В смысле? Что там происходит? Кто там головой бьется? What a wonderful smell we've discovered. I need a breather. Борис! That's how we take back our town. I'm gonna need a lighter load soon. Вот так красиво и разобрали. Кстати, а при борьбе с ним что-то я чумы не набрался, гля. Блин, не те таблетки. Дед не те таблетки принял. О, гранатка. А я не могу перезарядиться, да? Да, она не умеет прочищать, так сказать, орудие. I'm declaring this location Z-free. Что здесь можно поискать? Ещё. Как-то сильно прогружается. Ну да, тут много зданий, много всего. Ты, блин, еда, материалы. Все надо. Все давайте. Чё у меня фонарик есть? А это значит что? Значит, на второе сердце мы, скорее всего, уже не пойдем. Потому что и так много здесь набрались. When we ignore that, we lose valuable supplies. On the bright side, I managed to salvage something useful from the junk. Да ладно. Бензин не самое важное. Понимаешь? Бензин не жалко и потерять. Hopefully we're starting a trend. Блин. А вот такой, как вот это все. О, флотболочка. Рубашка в пурпурную клетку. Чтоб ты понимал. Не в обычную клетку, а в пурпурную клетку. Так, замечательно. Второе сердце, кстати, ближе находится. На него можно отдельно съездить. Что ты говоришь? Прям рау. Че ж у вас тут дом заражен считается? Вы там все в порядке, да? Справляетесь? Они сейчас сдохнут. Там же сейчас вот эти супер-зомби и все остальные. Куда ты полез? Походу придется в рукопашную драться. Они их разносят. Потихоньку. Но тут же крикуны должны быть, нет? That was close. Thank you. Ну ладно. Perfect. Just perfect. Ну, в принципе. Здесь люди есть, они разберутся. Да ёпта. О. Настя, с чего вы там стреляете? Аккуратнее, вы что? We're done here. О, заправимся сейчас.
сразу же, а чё нет? Замечательно. Как раз, ля, тютелька, там полмиллиметра не хватает, чтобы типа до конца. Вообще замечательно. Еда потеряна 5. Ого. А, чё я хотел? Не помню. Добавить да, спутники. Ты вроде ничего, хочешь с нами скопление ликвидировать? Да, awesome. Конечно. Погнали. Lead on. А, я хотел глянуть на то, что у меня тут по месту. В смысле? Я ж дозаправил. Не дозаправил. Все, замечательно. Видели, какая у меня тачка, ребята? А еще у меня арбалет есть, да. Да, да. Я богат. Шоу. Ничего тут больше интересного нету. Да. А еще у нас душ и унитаз есть, представляете? То-то. Но мы возьмем только одного теперь. Что это за туалет? Ха-ха, прикольно. Действительно туалет. Again. А чё? Ага, понятно. Снижает усталость. Где же оно снижает, если не снизилось ничего? И куда нам? А давайте несколько скоплений уничтожим. Поскольку у нас втроем тут. Почему бы и нет? I want an outpost there, now. Almost out. Не, ну вообще я правильно типа применил. Shake the damn thing off! Я забыл, как сигналить. Сэр. Но они не хотят выбегать. Иди убей его. Coming at us from all sides. А, это просто. Вау! А ты чё без предупреждения подходишь? Он что, был автоматически? Почему он по два патрона выпускает? Enjoy peace eternal, asshole. Действительно. Пися, эсэ. Да иди. Рад. Не говори. Тот еще щит. Ну, где последний зомби? Че их тут нема? И еще один где-то. Серьезно, где он лазит? А-а-а. Действительно лазит. Ну и все. И хорошо. Поехали дальше. Может, действительно, вот эти вот скопления сейчас по... Поуничтожаем, да боевой дух поднимется, все дела. That place is seriously full of zombies. Воу. Мужик, тебя вытаскивают из машины. А долго я очень пилять так буду?
that's not a thing. Да, скоплений там много еще. Ну и ладно. Last one left. Ну, выходить кто-то будет. Охренительно ты придумала. Закрыть дверь, блядь, с двумя крикунами. Хорошо, что они урон не наносят. Бред. Ну да ладно. Главное, что победили. Я же говорю, хорошо, что крикуны урон не наносят. Но это ж такое, ну что это только что было? Гениальность называется. Сколько я еще шмоток найду? Я знаю, что их там много закрытых. Но Could I be any louder? Блин, это придется с собой потаскать. Ну, либо вот так сделать. And I'm out. Что, может еще одну тогда зону по пути зачистим? Вот здесь, например. Пошли вообще чумное сердце убьем. А мы его убьем, а мне положить будет некуда ничего. Ну ладно, тогда я вас отпускаю. Мне по-любому надо сначала на базу, а потом... Хочешь еще, говорят, арабская большая папа, ты твари как кишат. А, да. Еще хотите? Погнали. Что происходит? Тихо. Алло. Алло. Ладно. Все с вами понятно. Что полегче. 1 фут, 8 футов. Естественно. Я могу поднять? О, могу. Ничего, все нормально. Хоть сломать эту преграду. Стой. Стой. Постой, постой. Чё проезжать мимо? У меня есть 2 хороших товарища, которые будут мне помогать. У меня есть вот так вот. Вылазьте. И то, товарищи нужны поскольку постольку. Run or fight. Run or fight. Что, что, что? Yep. Не надо никуда, это просто ставить. О, боёба. А, тут 3 дома. Нихера себе. Какие мощные скопления. И в
первой части как-то скопления были помощнее. Че, вы этого убивать не будете, да? Ну и нормально. Хорошо. Меньше скоплений, легче дышать. Блять, куда я еду? Я прям четко ее вижу, но думал, что проеду прям. Что-то я тут. А это не серьезно уже. Чем я вам его убью? Где он не берет удары машины? Вообще никак. Я не знаю, если мужик убежит каким-то образом, то повезло ему. Все. Все, минус один. Нет! Живой! Да запрыгай быстрее, ну! Они запрыгают, нет? Давай! Алло! Наконец-то он дошел! Только дверь оторвали нахрен. Не, в принципе, есть шанс его победить. Да иди ты, блин. Говно. Какую машину мне хочешь попортить, а? Ладно, машина, но запасы внутри. Я не пойму, он тоже относится к этой точке? И пока я у него не побежу, заражение вот это не пройдет? Скорее всего, так и есть. Или нет? Или да. Там еще где-то крикнул. Дай ты! Блять. Пиздец. Ну? Переверни нас, пожалуйста. Все, валим нахер. Какая мощная тачка у меня. Как ты заебала. Ладно. Все, давай пробуем. Где там сраный перекон? Да ты, блядь. Should mean we don't have to feel so worried about infestations for a bit. There goes my last shot. Thank you.
не, хорош. Надо машину починить. I want you to have this as a sign of appreciation. Take care. Хуль тебе надо? Чё ты доебался? Да. That's heavy. Что ты от меня хочешь? Все, я уже сказал, что все, я никуда не поеду. Что ему надо? Не допустите гибели. Майами. Олег? А нахер он не нужен, чтобы его гибели не допускать. All that hard work pays off. I think I just spotted a feral. Я по этой дороге не поехал просто прямо. Я что-то увидел эту мост, по которому мы когда-то сюда приезжали. И такой, блин, не туда поехал, надо объезжать. Оказывается, по этой дороге тупо прямо. Дикарь, зараза, а? Как текает под машину. Лови на все скорости. Это же приятно их валить на всей скорости. Да, конечно. Так себе миссия, не по плану пошла. Потратил все патроны на чумное сердце, и поэтому говно получилось. Придется машину теперь до послезавтра восстанавливать. Видишь, скопление стало, задание со скопления стало желтыми. Что ты от меня хочешь? Не понял. Отстань от меня. Ну ты пристал, гля. Так. If things go on like this, one of these days we'll be okay. Как ремонтировать оружие? А, ну да. Хорошо. Угу. Понял. Окей.
Как быстро материалы эти израсходовались. А что этот хочет все-таки? Ну все, свали нафиг. И он за мной бегает, ты прикинь. Отстань от меня, противный. That is a lot to carry. А нет, зря на этого переключился. Если я хочу сердце зачищать, то явно не этот человек должен мне. Его надо до идеала восстановить. Сильно пострадал мой грузовичок после встречи с Джаггернаутом. Очень больно. Так, и все-таки что, может починить до конца и этот? Да, явно надо. Блин, неужели с этим чуваком миссия заглючила? Его туда надо убивать. А это опасно. Можно и врагов так себе нажить. Сколько еще зараженных территорий? Желательно, конечно, все зачистить. И вот это вот убрать. Только для этого мне другой нужен специалист. По уборке территорий. Ну-ка. Меган отдохнула. А по факту, если он заглючил, то... Не, ну миссии могут не давать. Можно было бы сказать, что это болванчик, который будет за мной бегать теперь. Но по факту, что не дадут миссии теперь. Патронов нету. Все хорошо, нет патронов. На всякий случай. Как там по одному брать? R. 12 возьму. Вот он. Замечательно. I hope nothing heard that. А тут топливо заканчивается. Не вовремя. То, что не допустите гибели, это хорошо. Дальше что? Ладно, сейчас это сердце зачистим. Может быть, он не сдохнет. Но это не точно. Куда я еду? Я в пещеру какую-то еду. Что это? Куда? Что за край карты? Бля, фургон. Класс. Походу целый даже. Может быть бензина, только нет у него.
Yeah, breathing through your nose does not help. Кто-то интересный тут к нам пожаловал. Какие-то осирисы. Так, надо вот так вот встать. Блять, они уже здесь. Мужик, ты вылазишь, походу. А что, взрывом дверь открыл? Фишка в том, что походу этому зомби вообще шевелиться нельзя. Зомби. Может, он с подкрепкой упадет? Во-во-во-во-во, погнал, 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 давай, 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 на меня. Ой, ёбаный. Блока-то еще не прошло. А как долго оно держится, ни хера себе. Ура! Все, вали на. Куда ты свалил на? I am never gonna get the stink out of my clothes. You know, I feel safer already. Да что это было? Что происходит? Вау! Еще один арбалет. Офигенно. This is a load and a half. Nothing heard that. Не понял. А чё у меня заражение пошло? Я вроде ни с кем не дрался, что такое? Вот, да вы издеваетесь. Не дадут положить вещи. Но красиво расстрелял. Вообще. Твою мать. Самое главное забыл положить.
Now this could be a lot of fun. That's pretty heavy. I was hoping for something else. Прикольно. А что за холодное оружие такое? We have a big job facing us. Anyone over there want in? Двуручная? Хотя нет, вроде легкая. Ну ладно. Давай пока с ним походим. А, чё я образцы не подбираю, кстати? Авось пригодятся как-нибудь. То тут валяется, то там валяется. Халява же. Куда ты ползёшь, братишка? На. Не ползи больше никуда. А то ползёшь и ползёшь. Нельзя так. Все, замечательно, зачистить это скопление. У меня хоть... А, тут же стать, блин. Самое интересное здесь, это ж куча оружия. Всякого разного. Но мы его собрать не сможем. Жаль. Блоудер, don't let it get too close. I got more of that for all you damn Z's. Что тут происходит? Несанкционирование поедания ничего. Это что это значит? Нельзя так. Кто тут еще кряхтит? А где он кряхтит? Где-то один бродячий остался. Ты что ли? Сука, еще и бронированный. Иди сюда. Вот и все. Замечательно выходит. А что, тут обыскивать нечего? Ну, я так не играю. Жаль. Там могло быть куча интересного оружия. Да, сказал бедняк. Надо. Рау, твою мать. Я так обратил на тебя внимание, что врезался в стол. Как я просто, а? На ходу все. До свидания. Надо еще добавить такой перк, как вождение. Было классно. Незначительно, но... Для улучшения транспорта, так сказать, да? Типа резче тормозить может, там, ну, быстрее типа реагировать, да? И так далее и тому подобное. Что, побежишь? Ты побежал? Давай, ох ты, блядь. Так смешно, не взрывается, не могу. Это правда смешно до тех пор, пока он не взорвется возле меня, ну, но смешно все равно.
Блин, арбалеты летят. Один за одним погнали. Ты что, мне нравится? Не могу. Класс. I know that's a lot of Z's, but we can do this. Так, это все хорошо. Что мы можем еще поставить? Everybody, look alive! They're trying to get in our base. Давай огород поставим, а че нет? We're not done yet. Сцепление все меньше и меньше. Как замечательно. Они всегда будут с этой стороны идти. Так тихо, блин, я иди нажимаю, не чтобы с вами разговаривать, придурки. Все, отбили атаку. Как быстрое влияние восстановил на этой базе, а? Вообще. Так. И у меня еще одно место есть для чего-либо. Просто класс. Специализация две штуки. Опять да. Тут все по стандарту идет. Как говорится, ничего нового. Она сможет? Поля еще на втором этаже. Она. Кстати, хотел проверить. Не получится. Только спускаться. Я имею в виду, вот я хочу понять, кто может изучать новые навыки. Yeah, no, that's not a thing. Не получается. Кто может? Допустим, я так понимаю, он может, потому что у него нет доп. Навыка. И она может. Хорошо. Давай ее возьмем. Вот эту вот женщину. Она у нас прокачалась, молодец. Только какого-то хера с двуручим ходит. Можете, пожалуйста, изучить инфраструктуру. Обучает одного же основной инфраструктуры лучше. Вот, инфраструктуры. Вот, вот. Да? It's always good to learn something new. А, отлично. Владение появилось. Теперь я могу построить здесь объект. Могу. Well, that was loud. А мне теперь здесь вообще нужно что-то. Во, вот так, класс. Вот это кайф будет. Все, замечательно. Давно пора было так сделать. И надо эту женщину вкачивать. У нее неплохие навыки есть. Не, полегче рюкзачок. Полегче. 8 футы. Вот его, да. Either we respect our storage limits, or we get used to losing supplies like this.
Острая штука легко отхватывает палец. Хорошо. Замечательно, я считаю. Одежда мне, правда, ее не очень нравится, но в принципе. Это лучше, чем у других, у некоторых. Что мы еще можем поставить? Спортзал нам нахрен не нужен, вот это все не нужно. Это все есть. Гидропоника, это все есть. В принципе, дальше все фигня. Кузница. Ха-ха. Или вот это вот. Нельзя. Кровать. Получается, у меня осталось одно место. Здесь можно поставить вполне себе кровать. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. Я обеспеченный человек. И это замечательно. В этой игре это редкость. Вот. Поэтому как-то так. Поэтому продолжим в следующих сериях. На этом все. Вот так повыживали. В следующих сериях. Класс, новая база, мне очень нравится. Да, здесь много всяких вот этих вот скоплений и прочего говна. Но в следующей серии я планирую сделать что? Я планирую зачистить вот это все, чтобы здесь вот этих зараженных не было территорий. Это повысит мой боевой дух. И дальше доделать вот это вот. О, кстати, и у него классная миссия какая-то есть с легальным оружием. О, еще и солдаты просят помощи. А замечательно, и нас 9 человек. Вообще все супер складывается пока мест. Очень хорошо, очень классно, как-то так. Ха. Вот. Если досмотрел до сюда, то спасибо большое за внимание. Лайк, подписка, сделай, это будет круто и приятно очень мне. На этом я заканчиваю сегодняшнюю трансляцию этого видео. Сказал опять как Скуф. Увидимся в следующих сериях. Спасибо за внимание. Покедова.